Сергей Крайнев покинул пост главы Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Его место с приставкой ИО занял Сергей Ульянкин. Решение об отстранении на оперативном совещании регионального правительства принял губернатор Дмитрий Азаров. За несколько часов до этого он раскритиковал работу ведомства в ходе пленарного заседания Самарской губернской думы. У нас ежегодно в преддверии отопительного сезона выделяются значительные средства из областного бюджета на подготовку к зиме. Это вынужденная мера, необходимая мера, но эта мера, с другой стороны, говорит об отсутствии системной работы правительства Самарской области по данному направлению и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому решения кадровые здесь будут приняты в ближайшие уже дни. Работу нужно, безусловно, перестроивать, будут этим заниматься другие люди. Мы проведем вместе с депутатским корпусом, уверен, большую работу по разрезе всех муниципальных образований.